хорошо. Ребята, полная мгла. Сейчас покажу город за ребятами. А впереди просто ничего не видно. Туман сильнейший. Юрик, как? Нормально? Оля, идем. Савюшка. Вот такие вот бурлаки мы. Вот. Вот так вот. И впереди у нас ничего. Мгла просто кромешная. Туман, молоко. Так классно. Ребята сейчас уйдут, и их не будет видно. Они всего на 5 метров отошли. Время 9 утра. Мы все еще идем. Саша, туман немножко уже рассеивается. Вот такая вот у нас тьма. И вот видно берег. Но мы от него уходим через речку Печору дальше. Вот такая мгла. Так классно! Так здорово! Мечтала об этом. Оля взяла бразды правления. И как ведущие, а мужички ведомые, направляются дальше в туман. Все, мы на месте. Ура, ура, ура! Мы добрались. Ребятки у нас сейчас как засверлятся, просверлятся. И рыба будет. А, рыба не будет. Рыба уже ждет нас там. Вот там, под этой толщей льда. Водолаз уже есть. Водолаз, Ольга говорит, уже сидит там. Он на цепля... там. Ждет нас. Нацеплять будет нас на эти, на наши маленькие крючочки. Большие. Ого! Ой, это что? А это такой он? Тоненький. Мы думали метр. А сколько сантиметров, Саш? 30, 45. Ничего себе. Орально. Нет, так вот целый этот, полметра. 45 сантиметров? Полметра. Юрик же знает у нас все в сантиметрах и миллиметрах. Я в дециметрах тоже, Ольга говорит. Ух ты, специалист. А я вот так вот умею. Я еще вот так могу. Ниндзя. И пошел в кривкость. Опачки. Сколько метров глубина? Вот глубина, вот. Сколько? Быстро. Вот. Это лед. Лед. А, глубина. 5 метров 26 сантиметров. Молодец. Юрик, ну еще 5 минут не прошло, а уже 3 дырки. Представь за час, сколько ты их пробуришь. Представь, рыба тебе спасибо скажет, а водолаз вообще благодарен будет. Опс, крыша есть. Ура. Все, хватит. Залазим. Этой честной компании уже очень давно не рыбачили. И тут такие безлошадные. Выбрались мы на Печору. Минут 40, наверное, шли. Ура! Снегирек! Ура, ура! Боится он! Темно там! Нереальная палатка. Нереальная. И вот такая у нас здесь будет шахматная доска. И надо, наверное, поспорить, чья лунка будет сегодня более плодоносная, скажем так. Поспорим, да, ребят? А? Кто поддерживает мою идею? С парнем мы, наверное, на эту, на вискаре, наверное, надо, да? Какую идею поддерживает? Чья лунка будет более продуктивная, да.
из которой будут сишки выпрыгивать? Того ряда левая. С какой стороны? Кто с какой зайдет, та левая и будет. Санька, он во всеоружии сегодня, жилетку мощную надел со всеми камерами, запчастями. Юрик. Я здесь. Оля со своими. У меня американские звери. Я здесь. Вот такие вот вонючие. Где сейчас мы посмотрим. Свет и покой. Так, свет и покой. На какие лунки мы ставим ставки? Я на Юркину. Вот это. Саша на свою. Ну а как? Оля? Мне. Оля, на свою? У тебя выбора типа нет, да? Да. Так, ребят, ну, Юра, тебе ответочка на мою ставить. Да. Все. Что мы... На что мы спорим? Ты возьми и снимай сверху. На бутылку виски? Да, Санька? Поддерживаешь? Сверху тоже. Сейчас. Саша. Поддерживаю. О, стой, родной, стой. Саша, еду у меня. Вот, ничего себе экземплярчик. Йо-хо! И бутылка рома. О, какая. Классно. Сашка довольный. Промахнулся. Ого! Саня, даже не проснулась. Висела так вот. Ничего себе. О, экземплярчики у мальчиков. Угу. Сегодня у нас рыбачит именно компания 100 Фети. Ура! Это ура, мы! Ура, это мы! Ура, это мы! Пошли. Привет всем! Столяренко, Федоровы, Тихоновы. 100 Фети. Юра. О. Нет, а так. Это рок. Это свобода рока. Это рок, это свобода рока. Свобода рока. Короче, рыбку-то сними. Смотри, какая крупная. Ух это ты! Это все я. О. Сидим в нашей палатке 4Т. Это вот как раз обыкновенная. 4 на 4. Обыкновенная палатка. 16 квадратных метров. Ждрёт. Вру. Но единственное, она у нас не беленькая, поэтому так темновато. Она у нас кофейного цвета. Но у нас есть лампучка. Вот она. Освещает вроде бы хорошо. О. Так, как вы думаете, мне надо, наверное, мормышечку такую красивую. Покушали. Да? Как у Сашки, наверное, чуть-чуть. Юрка хочет тут еще что-то сделать. Я хочу мормышечку поменять. Ух, сколько за бортом-то? Сколько? Сколько за бортом? 13 градусов. 13 градусов. Полнейший штиль был. Туман, молоко просто. Но мы это сделали. Мы пришли на речку Печору и рыбачим. И ловим. Шли пешком, ребят. Пешочком. 5 километров шли пешком. Вообще чудненько прогулялись. Юрка, там Саркози приехал. Интересно, что он там ловит. Сидит-то в своей этой, в легкой палатке-то вот это вот. Подожди, дай мы рыбу ловим, видишь? О, ничего себе, о, на кукурузу, да? Нет. А ты ж кукурузу не ставил, хотел. А, ты туда пустил. А ты где? Где? Конечно, сколько сидит, наверное, рыбачит. Разбились на две палатки. Мы с Колей сидим в одной палатке, а ребят в другой. Клевать стало во всех лунках. Потому что Коля приехал. Да, вот Коля говорит, приехал, и все. Мы ждали тебя, Саркози. Ждали. Когда же клево начнется? Вот. Это маленький экземплярчик, а так у нас уже вот сколько. И хочу порадоваться и за себя, что я поймала вот такого крупного езя. А так Коля двумя руками работает. Вот крупничок.
Вот это сорожина. Вот это приятно. Вот так вот он ловит. О, красотка. Не хочет. Вот они какие экземплярчики. Кажется, маленькая, на самом деле такая большая. Вот. Ну и всякая ловится у нас. И окушки, и сорога, и ясь. Разношерстные. Вот они, красавчики. Сидим со шмелем. Шумит он у нас сильно. А сейчас мы будем кушать, перекус. Ребята у нас собрались домой. Они уже наловили. А мы еще ушку даже не варили. Надо будет придумать что-то. Они нам все оставят, освещение. Хотя у Коли палатка светлая. Зеленая. Угу. Так что хорошо. Ставила в сторону, решила попить чаечку. И ведь не дает попить. Коля! Коля, дуплет! Первый раз за сегодня. Красота! Сорожки, да? Или там сорожки, две сорожки. Вот такие все больше и больше, крупнее и крупнее экземплярчики у нас становятся. Вот этого изя. Это еле-еле сняла с крючка. Ну, очень он сильный. Вот такой вот изюк. Ну, Коля задание дал полную корзину наловить. Он мой изюк. О, дуплет! Классно! Коля мастер, рыбак, одной ногой одну зажимает, двумя ногами зажал, эту снимает. А здесь, наверное, тоже кивочек гуляет, нет? А-а-а, там крючок у него сломался. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, ну-ка, родные. Ну-ну-ну-ну-ну, поплыла, поплыла красотка. А кто тебя переманил-то? Да, да. Вот Колька меня зазвал в палатку в свою. И началось у нас. Просто нескончаемый процесс. И главное, в всех глубинах берет. И на дне берет. И выше. И из-подо льда прямо. Сразу у кромки ледяной. Вторая корзина пошла. Да-да. Изюк. Ох, красава. Какие они сильные. Как хариус. Изгибается до последнего. Я их вообще с крючка не могу снимать. Сил нет у меня их удержать. Во. Очень сильная рыбка. Костлявая, конечно. Какая разница? Вялить можно. И вялить, и котлетки делать. Ну и вкуснейшие.